Ну вот, не прошло и полгода, как здесь все не стало. Лис, что-то мне, пока я их отлавливал и был два раза укушен сквозь перчатки, пришла в голову обалденнейшая поговорка: когда клочеку делать нечего, он лис пересаживает. Черномор нас ненавидит. Правильно, нас делать ненавидят, конечно. Не нравится. Подселили каких-то двух лохудр, блин. Вы из домика выжили, а сейчас еще и будут его мясо жрать. Да, черноморушка, ты мой красавчик. Вон, Анфиса уже залезла в домик и никого не подпускает. А Раиса ходит и приглядывается. Или наоборот. Это не, более наглая Раиса. Да, черноморушку. Да, скажи, нужны они такие хорошие. Да, правильно. Я с тобой абсолютно согласен. Это жуткий бордельеро. Да? Ну, на такую кошерную, шикарную жилплощадь еще селить каких-то двух. Да, ты мой мальчик, ты мой красавчик. Ну, потерпи, солнце. Ладно. Нам сегодня перечислили денег одна девушка. Огромное ей спасибо. Большую сумму для нас. Вот. Пойдем мы чистить лисятник, чтобы туда можно было поселить лосенка. Он пока еще едет. Но еще надо откопать там снег. Навозить лапника и